что информационная война между Западом и Россией, она началась не сегодня, не вчера и даже не год назад. Еще в середине прошлого века наш любимый товарищ Бжезинский сравнивал советский режим с нацистской Германией и искал у них там общие черты. Вот поэтому, что это все уже давно длится, сейчас действительно извратить можно все, что угодно. Навязать свою какую-то неверную точку зрения можно любому человеку. Поэтому очень много зависит от того, как вы сами к этому относитесь. Короткая аллегория. Для нас, Глистов, сынок, нет ничего страшнее света в конце туннеля. Понятно, да? Вот если кому-то хочется себя ассоциировать с героями этой истории, значит, он жертва пропаганды. Старайтесь ими не быть. Это было место встречи. Которое изменить нельзя. Мы встречаемся с вами в это же самое время на канале НТВ.